Пишет Ольга Морозова в основном пейзажи и обязательно с натурой. На ее живописных работах можно увидеть и Москву, и Питер, и, конечно же, Сочи. Причал Кудепсты, Старая Мацеста, Мурпорт – всего здесь 14 лучших произведений. Все они призваны привить любовь к природе, отмечает художница. В самом кинотеатре «Луч» Ольга Морозова руководит Народной студией самодеятельных художников «Хостинская палитра». А в Сочинском училище искусств она преподает. Сегодня со своими учениками Ольга работала на пленэре. В разное время суток разные передачи состояния самой природы, да, там закат ли над морем, там, либо рассвет в горах. Это очень прекрасное как бы состояние. Вот. И я вот своих учеников тоже вот как бы объясняю, рассказываю, что художник без пейзажа, ну, как бы он не может жить, в принципе. Выставка «Тонкая нить пейзажа», полная романтическими пейзажами и ароматными натюрмортами, будет работать до 31 августа.